Страна обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития России, Алексея Улюкаева, к 10 годам колонии, строгого режима за дачу взятки. В Замоскворецком суде Москвы идут прения по уголовному делу против бывшего чиновника. Сообщает «Медуза», прокуроры не ссылались на показания передавшего взятку главы Роснефти Игоря Сечина. Он не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева. Отметим, что, по версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил от Сечина 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по покупке Башнефти. Сечин заявил, что Улюкаев потребовал от него взятку за положительное заключение по сделке. Улюкаев свою вину отрицает. Он рассказал на суде, что ничего не требовал от Сечина и стал жертвой провокации. Не забудь подписаться на канал.